Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Вчера мы делали оценку сетов СНГ мажоров, сегодня по стандарту оцениваем сеты арабских шейхов. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Итак, по стандарту заходим сюда, боях, пропуск, регион, первое место, 3800 медалек. У нас, кстати, только два игрока, если я не ошибаюсь, купили более 3000 медалек, остальные где-то там 1000, 1200, 1300. Вот такой вот у него сетик, я не понимаю, почему им очень сильно нравится вот эта обувь. Но только из-за обуви 9 из 10. Идем дальше. 3600 медалек. Или 3600. Вот такой вот у него сетик. Это фулл кролик, только голова зомби-самурая. Дальше. Падро ТВ. Кстати, именно благодаря этому ютуберу я делаю большинство скриншотов для превьюшек, потому что у него всегда или рескин первого пропуска, или какие-то новые шмотки, которые еще не появились в игре. Мы его не оценили, потому что у него фулл кролик, только водолазку он надел с коллаборацией, и все. Вот такой вот замечательный сетик, давайте поставим 7 из 10. Дальше тоже ютубер, пятое место. У него вот такой вот сетик, в принципе интересный, давайте поставим 6 из 10. Дальше шестое место, давайте посмотрим, давайте оценим, вот такой вот сетик. Так, кроссы, по-моему, за второй уровень, а футболка за первый, если я не ошибаюсь. Нет, да, за второй там другая футболочка идет. В принципе, очень круто это смотрится, мне нравится, можно и 10 из 10 поставить. Дальше, очередной ютубер, седьмое место. У него вот такой вот сетик. Ну, кроссы сюда я не знаю, как ее можно подобрать лучше, поэтому тоже давайте поставим VM 10 из 10. Дальше, восьмое место, давайте посмотрим, давайте оценим. У него вот так... А, это, возможно, она. А, прикольный женский сетик, даже несмотря на то, что штаны шаровары, можно поставить 10 из 10. А, дальше, девятое место, олдовский фон, олдовская аватарочка. Ну и стандартный дефолтный сетик, смело 10 из 10. Идем дальше, десятое место, первую десяточку мы закрыли, вот такой вот женский сетик. Мне тут только юбочка не заходит, поэтому 9 из 10. Одиннадцатое место, смотрим, оцениваем. А, вот такой вот сет, ну это сборная солянки, тут и желтый, и черный, белый, синий, в общем очень много цветов в этом сете, поэтому давайте 4 из 10. Идем дальше, доктор, 13 место или 12 по-моему у него. Вот такой вот сет, очень прикольный, симпатичный, но и только масочка и прическа тут вообще не в тему, поэтому 8 из 10. Это, кстати, было, да, 12 место. 13 место, давайте посмотрим, вот такой вот сетик. Носки исландца мы не оцениваем. 14 место, давайте посмотрим, вот такой вот сетик, в принципе, симпатичный, только вот прям чего-то не хватает. Либо красивых штанишек, либо других кроссовочек, поэтому 9 из 10. 15 место, давайте посмотрим, давайте оценим. Ну, тут чисто практически фулл набор, только корона и кроссы с другого набора. Это, кстати, было 15 место, да? Да, 15. 16 место. Давайте посмотрим. Прикольный, красивый сетик, только бандана и грим вообще не сочетаются. 8 из 10. 17 место, смотрим, оцениваем, вот такой вот сет. Ну, тут как минимум торс нужно поменять, потому что если вот эти тапочки даже в тему, но вот эта рубашка или что это, пиджачок? Да, это пиджачок, он вообще не в тему, 6 из 10. Идем дальше, 18 место. У него вот такой вот сетик. Ну, вот если шорты более-менее в тему, обувь вообще не в тему. Ну давайте 8 из 10.
Дальше, 19 место, ютубер, галочка, фон, аватарочка и просто фулл черный заяц. Дальше, 20 место, размениваем мы вторую двадцаточку и у него чисто фулл черный смокинг. Дальше, кстати, почему у него вот тут написан один на ник, а когда переходим, то совершенно другой. Вот это вообще странно. 21 место. Это какой-то ютубер, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь. Вроде бы, потому что у какого-то арабского тиктокера или ютубера вот прям практически идентичный сетик. Ну, давайте поставим ему 5 из 10, потому что штаны и кроссы капец как нужно поменять. 22 место. Вот такой вот сет. Ну, это чисто фулл второй пропуск. Просто штанишки с кролика запихал и все. Это было 22-е, да? Да. 23-е место. 702 медальки, кстати. О, вот это симпатичный сетик. Мне нравится. Можно 10 из 10 поставить вообще смело. 24-е место. Кстати, смотрите. Это девочка, скорее всего. Да, потому что розовый фон, аватарочка и даже статус розового цвета. Капец, как это красиво смотрится. А также по 1000... медалек и уровней у нее собрано. Вот такой вот у нее замечательный сетик, но это 9 из 10, потому что шортики надо капец как поменять на чисто черные штанишки, и было бы вообще замечательно, или футболочку какую-нибудь. Но это чисто фулл синий заяц, фулл черный заяц. Хотя как этот набор только не называли. Синий заяц, синий кролик, и черный кролик, и рескин на кролика. Как только его не называли. Этому сету 7 из 10 только из-за тапочек. А дальше. Вот опять же, фон и аватарка у него совершенно другие, что в топе. Это как так возможно? 27 место, вот такой вот сетик. Ну, тут прям 7 из 10, потому что голову и кроссы надо менять, они вообще одни в тему. 28 место, очередной ютубер. Вот такой вот, опа, белые штаны ангела. Как же я вас жду, вот у нас на регионе, как же я вас жду, какие же вы красивые. Ну, сюда нужна белая масочка, белая причесочка, именно в этот сет. Либо же, ну да, что-нибудь бело-серую причесочку и очки какие-нибудь, поэтому 8 из 10. А так сет вообще бодрый. 29 место, давайте посмотрим. Ну как вот это оценивать? Зачем вот эти огромные говнодавы под такой сетик одевать? Ну давайте 5 из 10. 30 место. Смотрим, оцениваем. Вот это нормально. Но кроссы капец как все портят. Поэтому 9 из 10. Но сочетание вообще просто великолепное. 31 место. Вот такой вот сетик женский. Ну, не больше, чем 6 из 10. Не больше. 32 место. Этому давайте поставим. Ну, вот тут я не знаю, в принципе прикольно сочетается, но опять же, можно и черную причесочку, но исходя из того, что тут темно-синяя футболка, темно-синие кроссы, то синяя прическа тоже уже в тему, поэтому давайте 10 из 10. 30 место, смотрим, оцениваем, вот такой вот сетик, годный, мне нравится, 10 из 10 поставить можно, возможно, пуховые штаны смотрелись бы лучше, но не с этой обувью, но вот так вот очень годно смотрится. 34 место, давайте посмотрим, вот такой вот сетик, ну и за кроссовочек тоже 9 из 10. Так, 35 место, давайте посмотрим. У него вот такой вот сетик. Ну, давайте 7 из 10, потому что бирюзовый, желтый, черно-синий, белый. Ну, очень много цветов. Дальше, 36 место. Смотрим, оцениваем. Чисто фулл синий кролик, только кроссы поменял и все. Типа, смысл такой я оценивать. 37 место. О, ну это дефолт, но 10 из 10. Дальше, 38 место. У него вот такой вот сет. Ну, давайте 3 из 10. Дальше, 39 место.
смотрим, оцениваем. Давайте 1 из 10 уже. И 40-е место, последнее. У него вот такой вот сет. Ну, это 7 из 10. Чисто из-за тапочек. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.